Решил, в общем, я себе приобрести еще спортивный костюм. И, в общем, Кристина там что-то майки какие-то смотрит. В общем, там хочет тоже купить что-то. Ну, у меня просто проблема, реально проблема с вещами сейчас. Не знаю, как я, когда я похудею. В общем, нужно сменку. Сменный спортивный костюм. Я у вас 350, не так? 300 обстательно. Ага. Хвала лейко. Добрый дан. Хильду 800. Тако? Ага. Это все за 20. Здесь китайцы плохо разговаривают, только по-китайски, поэтому приходится так общаться на пальцах с ними. Но вообще классный магазин, мне больше всего нравится. Да, можешь его увидеть. Да-да. А можно пакет? Пакет. А, вам хвала. Хвала. Не доведение. Я уда. Ну, типа прощается уже. Мне надо еще сейчас Кристину подождать, пока она купит все там. И потом уже это. Пойдем. Может быть, еще что-нибудь себе посмотрю. Сейчас посмотрим. Джинсы не хочу брать, потому что если я возьму джинсы, то я могу вот похудеть, а потом они будут болтаться. В принципе, спортивный костюм уже. Не знаю, что с ним делать. Крис, там все, что ли, нет? Покажешь, нет? Ты будешь когда брать? Тебя не было, я переодевалась. Не буду 300 раз одеваться. Ну, ты берешь или нет? Беру одну. Одну только берешь? В общем, нормально. Удачно сходили. Ты уже купил? Да, я купил спортивку. Ты мог подождать меня, что ли? Ну, сейчас еще купим. Пойдем, пока я просто... Вот я же не знал, купишь ты или нет, правильно? Смотри. Ты хочешь, я тебе показываю? Что? Вот штаны. Ну? Пойдем. Не нравится тебе или что, или нравится? Ты не будешь больше ничего брать? Точно? На телефон чехольчик еще посмотреть хочу. Не чехольчик, а вот такую, какой-нибудь кошелечек такой, знаешь, чтобы он это его класть. А чем платить? Карты. Какой? Да. Почему они смущаются там? Скотч что? А, скотч не взял, надо скотч еще купить. Блин, забыл скотч. Блин, тут столько всяких чехлов. Иду, иду. Сейчас, в принципе, сейчас пойдем, возьмем, давай. Короче, расплатись, какая разница, еще сходим купить. Сейчас чехол нужен.
улыбочку. Кристина, в общем, что-то грустит, у нее там какие-то проблемы внутри сидят. Не знаю, какие-то проблемы у тебя. Психологические травмы. Вот тут всякие чехольчики есть, да? Блин, полно, надо выбрать, Крис. На мой телефон что-то надо выбрать. Понятно. Я рад за тебя. Да. Смотри, всякие чехольчики, блин, их куча всяких. Какой вот такой, чтобы книжечкой был, знаешь? А чтоб... вот лежат. Вот внизу. Не-не, мне такие бабские не нужны. Мне надо вот такой, чтобы, знаешь, вот что-то такое, вот, типа того, чтобы он закрывался, открывался и... Ну, то есть, чтобы... А тут ты точно такой не купишь. Откуда ты знаешь, Xiaomi — это китайский бренд, они должны продавать... Ага. Видишь? Ну, скорее всего, не знаю. Есть, нет, смотри. Его даже открыть нельзя, посмотри. Почему? Ну вот он, запечатан. Вот такой же. Ну вот силиконовый-то у меня уже есть, силиконовый. Просто чтобы экран как-то защищал, знаешь. Ну, это надо другой идти. Ладно, пойдем скотч купим и все. Там еще один есть. Там прям. Пойдем лучше туда сходим. О, 500 динар, да? Кто? Эти продаются. Ну что, это, скотч, а что сходить? Что ходить-то? Какой тот? Тот это где? Вот рядом. Там еще есть какой-то? А скотч? Три этажа. А, ну, три этажа? Возьмем, да. Ну, пойдем. До видения. А, кстати, вот хотел показать 10% попуста. Попуст это, в общем, скидка по-сербски. Попуст. Стоил 200 динар. Футболка. Попустили, значит, немного. А я купил за 180. Что? Стоил 200, а я купил за 180. Прикольно. И, между прочим, 90%, даже 100% хлоп. Ой, да, скотч нужно взять для того, чтобы окна заклеивать. А вот здесь вот сербы проигрывают деньги. Да, и вон там тоже. Сокер, ага. Да, в общем, там ставки, да? Здесь ставки ставят. Пойдем, зайдем, поставим. Да ладно, что поставить? Как чемпионат мира будет, а поставим. Что так неинтересно. Не люблю я ставить вот на всякие там футбольные клубы, блин. Только когда чемпионат мира. Против наших. Потому что наши всегда проигрывают. Ну а если выиграют, то будет хотя бы не обидно. Вот здесь вот всякие, видишь, тоже. Но это такие, одиночные, а мне надо книжечку, я хочу. Сейчас, назову девушку. Достань у меня телефон в этом заднем кармане. Либо, знаешь, либо, чтобы экран был там. Это не Huawei, это Xiaomi. Ага, что это? Xiaomi? Xiaomi, да. I don't have. No. For Xiaomi. You don't have? No. For Xiaomi, no. You speak English very yes. well. Yes. Where do you come from? I am from
Serbian. Ah, okay. From Kikinda. We speak Serbian. Мы причем сербский. Речь сербский. Да, полако. Подакости. Русия, Русия. Мы разумим. Русия. Neighbors.